О. День рождения — это словно ты рождаешься вновь. День рождения все ждут — это прекрасный праздник. Мой любимый день моего рождения. Все мне дарят цветы и подарки. Так прекрасен этот праздник мой. Спасибо, ребят, спасибо всех, кто меня поздравил с операцией. Очень приятно было. Честно сказать, очень много кто меня поздравил там в интернете, там поздравил пасеки, там зяблов столько поздравили, дедушку поздравляли все. Очень приятно было видеть ваши поздравления вот с операцией ЖЭС, да. Спасибо вам большое, что поздравили, что не забыли об моей операции, да, сука. Вот, очень приятно, приятно, пасеки, приятно, очень, да, спасибо, спасибо всем, вот. Значит, операция была с 13 по 14, жесть, операция, жесть, то есть, ну, мне яйца пересаживали, то есть, ну, мне вырезали член, то есть, ну, пизду себе сделал, жесть, да. А хули, сука, комментировать, если можно просто пацанов забанить и без комментариев оставить видео. Ложи сердца, суки. Опа. Днем рождения. Мне не понравилась концепция здесь на видео. То, что в данном видео показано, то, что у меня не получается. То есть убийство в игре. Ты не мог, сука, выложить там, где я победитель. Ты дебил. Нельзя было найти те моменты, где я, сука, всегда выиграю. Ну ладно, ладно, за концепцию сердечко. Молодец. Молодец, спасибо. Спасибо тебе большое. Волокас прошел все игры, самый сильный стример. Вот это по факту правильное название. Видео хоть правильно назвал бы, дурачок. Хоть что-то правильно сделал, Ишак. Yes. О. Вот это другое. Здравствуй, дедушка. Смеются не над собой, а с тобой. Кстати, когда ложишься. Привет, Сань, привет, Маша. Легчайшее прохождение. Легчайшее. Легчайшее. О, все, теперь я спокоен. Обязательно было вот это вставлять, что типа 14 часов. Можно просто было вот этот не шарик попал в лунку, раз и все, и обрезку сделать. И шаг. Ой, блин. Дебильная, блядь. Как я обезьяна. Рад этому. Я прошел на изичах. 14 часов всего. Нахуй это акцентирует? Кто? А как тебе такой аргумент, ты чучело? О. Не боишься, сука, вот это увидеть перед собой, дядя? О. А? Бычара. Вот это, сука, тебе не внушает? Ты сильно жест. Просто, сука, изи, Макс. Изи, 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 бэр. Где вот эти все торы говорили, что я женщина? Где? На торе! Что? Смотри. И что? Согласись, а? Ну и что, а кто из нас крош? Кто крош? Кто крош? Я победил, Соня, можешь отсосать, можно. Можно, разрешаю. Да. Торжественно клянусь, что я не записываю и не транслирую это, и я понимаю, что здесь рады только тем, кто взобрался. Да, Самара. Изи Гаме за одну за две минуты прошел. То, что наводит страх и ужас на всех. Что? Сосись, люха ирландская! Я прошу! Я прошел игру! Я победил!
Это называется победоносец, да. Боже, как же я почувствовал ее. Я уже сегодня преисполнился, реально. Я ее прошел, потому что я почувствовал ее. Да. И что, да, всего прошел все игры. Минут, это просто must-have. Всего лишь жалких 12 минут, и я у вершины. 12 минут, чел. 12 минут. Нахуй вот это вставки было делать? Зачем? Ну и зачем ты это сделал сюда? Это здесь тут нужно так было, блядь, дебилоид? Страх есть, нету? Страх имеется или нет? Это что за гуляния? Что это? Летит, смотри! Олд Мэн! Пасеки сердечко поставьте на поток за старание. Спидран прошел успешно. Смотри, конгуратиус, 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 это типа победа. Изи. Блядь, меня ж всего трясет. Привет только. Меня всего трясет, как женщина. Всего лишь 228 минут, блядь. Твоя мать гунзирная тёлка? Играть, когда учиться будешь, гунзир? До свидания! Запомни это день. 7.06. Пока. Даже я так не смог. Я знаю, ты вообще ничего не можешь. Ну что, вопросы есть ко мне к бревню? Ах, язычная! Что? Это, блядь, дурачок, это самое. Ты знаешь, сколько тут килограммов? Дебил, 50 килограмм. Что ты, блядь, тормозишь там в свой лоуран делаешь? Ты дура. Повозьми такую гирю, ты обезьяна. Пидас. Быстро, резко. Да. О, нет, туда. Лочка! Ты где? Тут еще? Быстро фоткай. А, фоткай. Быстро. Ольки нету, Юсика нет. Давай, никто не узнает. Быстренько. Да ладно. Дедушка, привет. Я тут приболел, блин. Можешь, пожалуйста... Пасеки, Лола, пизд... Давай, сучка! Пасеки! Я прошел самую тяжелую миссию, ну вообще в этой игре, просто самую тяжелую. Тяжелее только мои яйца. Так, не понял. Я что тут победил, что ли? Да, тут, а ее мать, ну, мать его, она же, ну, меня же знает прекрасно, она же мне хуй сосет. И она, прикинь, ну, меня хорошенько знает, потому что сосать хуй, это типа она любит, потому что, ну, как же, типа, не сосать хуй, потому что я ж, блядь, ну... Заткни. Ладно. Сейчас, победа. Боже, как же хочется хуй тогда понюхать. Так нюхай, что ты мне доебался? Дурак, я не хочу. Нахуй тогда пиздец. Я хочу. Я прошу. Блять, прошел, реально. Нихуя.
Сейчас я даже сам забыл, когда это было. Жесть, вот это маска. Я прошу корону, да? Я корона! Я прошу корону, взял! Я взял корону! Я взял корону! Корона на мне! Сосите! Кто не верит? Я взял корону, не верю, а я взял! Я машинку собрал себе из киндеров. Ой, из киндера. Шо? Страшно? Как... А? Ну, сука. А? Не, ну... Ну шо? Не, ну... Не, ну, честно сказать, ты вырезал лишь малость моих побед, типа вообще кусочек маленький, да, 8 минут, и то большая часть времени здесь вот эти вставки нелепые. Где мои победы все глобальные, то есть у меня где-то, допустим, 50-50 поражения плюс победы, жесть. Ну, допустим, ладно, так уж и быть, это такое видео, ну, типа, чуть-чуть, да, типа, ну, как сказать, я это сделаю чуть-чуть, типа, поблажку тебе, потому что если тебя, ну, там, типа, ну, понял, чуть-чуть я буду добрее к тебе, благодаря этому видео, ладно, так уж и быть, понял. Потому что, ну, мне не особо. Потому что я хотел там смотреть то, что я сильно выиграл. У меня больше побед. А ты сделал мало. А я еще хотел побед. Потому что я сильно побеждал во многих играх. Понял ты? Я тебе сказал, да. Все, пошел в жопу. Нормально, все равно слабенько. Это никому даже, ну, показывать. И сейчас пока нету никого. Такие вещи даже никому не рассказывайте, то, что вы сейчас увидите, понятно? Это очень секретная информация. Вот прям сейчас фиксируйте, ребята. Вот сейчас. Смотря. Смотря, это я собрал. Смотря. Вот. Смотря. Это я собрал из конструктора Лего пасеки. Смотря. Это реально я собрал полностью. Смотря. Это Лего конструктор. Это я собрал. Вот. Смотрите, пасеки, гля, это я во время операции собирал прям. Ой, блядь. Сейчас, сейчас, погодите, зеркало отпало, сейчас. Вот, смотрите еще раз, смотри еще раз крупным планом. Вот так вот, смотри. Смотри еще раз, сейчас крупным планом подъезжает техника. Смотри, жесть. А, смотри, енода лусты, смотря. Вон он, енода лустинка. Смотри, питать. Привет, девушка. Бы. Поздравляю. Привет. Тебя с удалением последнего яйца. Теперь, да, осталось вульву склеить в следующем, да, году. Также поздравляю с первой техникой, которая на ходу. Хоть игрушкой справился в 33-го года. Это самое, за 20 минут собрал 1500 деталей, чел. Вот такие вот рута, рута. Сейчас на слоре, смотри, как я. Вот. Штаны вот. Вот, смотри. Вот. Вот так вот, вот. Вот такие вот мне подарили штаны, бля. Вот видишь, что? Вот так вот. Вот такие, да. Это, сука, вот так вот я хожу теперь. Мне похуй, я на чили, на дрипе и на вайбе. То есть три в одном. Чил, дрип и вайб у меня 100%. Спортик, жесть. Сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас я покажу. Парфюм подарили. Но только я не покажу, какой парфюм мне подарили. Такой вот. Вот такой парфюм, это чтоб от меня мужчиной пахло еще сильнее, жесть. Ну, дружаня, дружочек, друган, друга, летчик. Привет, братик, привет, привет.
всякие крутить подарили. Ну, типа там Девольт, короче. Потом еще подарили яйцо мне, вот. Вот такое вот, смотря. Ой-ой-ой, я забыл, что мне подарили. А, зараза, сейчас вспомню. А можно с крышей, как я собрал. Плюс еще разные цвета там менять на ней. Да, разные цвета менять можно. Блядь, долб***, нахуй ты позоришься? Выключай. Иди нахуй. Вот, значит, машина сама, да? Вот она, смотря. Вот. Вот такая вот. Собран. Блядь. А, это запчасть. Сейчас. Что есть у меня? Еще нету. Да. Значит, сейчас. Зараза. Сейчас. Что тут еще, бля? Вот, смотри. Значит, енот вот это теперь на машинке катается. Смотри. Видал? Бля, сука. А? Смотри. Теперь цапальчик на машинке ездит. Смотри. Блять. Сейчас. Это, сука, любит рост, понял? Типа, это тренд. Ну, это в тренде сейчас вот эти такие твердые сумочки. Вот. Я сейчас вот так хожу, у меня там деньги жаюсь. Ну и шо? Сколько мне? 54 сегодня. 54 года. Жесть. 54 года, ну выгляжу на плюс-минус 27-30. То есть, ну, я имею в виду, что молодяк. То есть, ну и любая самка в любом возрасте, она хочет меня. Работаешь кистью, жесть. Раз. Раз. Раз, и работаешь, работаешь. Если у тебя не осталось яичек, получается, ты не бизнесмен, а бизнесвумен. Речь, фиксируй секретку. Вот так вот раз. Не, вообще, как пух для меня, пушинка. Этот с 50 килограмм. Я их даже, ну, не чувствую, жесть. Опа. И работаешь. Я не чувствую вообще. Я вообще ее не ощущаю. Вот, смотри, жесть. А, жесть. А, вообще ничего нету. У меня в руке что-то есть, я ничего не вижу. Жесть. Раз, и работа. Просто так, я так, когда играю в игру так с вами, я одной рукой мышку, а вторую так вот сижу просто, понял? Вот так вот, вы даже не замечаете, я вот так вот банку накачиваю, жесть. Раз. Я не чувствую ее. Есть тут что-то, блядь, я не понимаю. Или ничего тут нет. Тут что-то есть вот здесь. Я не вижу, не чувствую. Я не чувствую ее. О, вот так вот и работает рука моя. Я не ощущаю, типа что-то упало, но я не понял, что. Это я на дрипе. Боже, что за слабость. Слышу твою отдышку за несколько тысяч километров, точка, ну ты тряпка. Я нахуй вешаю больше и могу поднять, а ты еле один. КГ поднимаешь, собака гада. Ой, блядь. Ездили, хасанили, они так вот ехали. Они были на чиле, на дрипе и на вейбе. Во, три в одном. Чил, дрип и вейб, плюс ICQ. Во, смотря. Мегачам, лол, магачум. Блядь. Сломал. Боже, сука, это что, машина, что ли? Плюс в чат, если бы хотели сейчас выхватить эту хуйню игрушечную и разъебать об его тупую голову, а потом взять гантелю и начать позировать. КСТА, прослушай мой голосовой донат, Латушканчик, люблю тебя. Запускаем мотор ЗВ. Короче, вы поняли, парень крут на экране, никак иначе. Перед вами парень крут сидит, жесть. Парень крут перед вами, жесть. Секретка потом, ой, крич, пи***ц. Если ты зафиксировал, иди нахуй сюда. Это не для детей игрушки, понял, Ишак?
Вот такую я себе хочу, это прям вообще крутая коллекционка. То есть она идет 1:8 размер, да. Вот это вот следующее мое приобретение, жесть. 49 тысяч всего лишь, жесть. Сколько, блядь? Тихо. Я теперь тоже стал из числа коллекционеров. Я инвестировал в Лего 70 тысяч рублей. Убери нахуй, да, пидаса. Миша. Слушай, что сочинил? Сколько глобус не крути, рыцаря тебе не пройти, ахахахахахахахаха, нормально, да. Я пройду. Согласись, 34 годика и банату не можешь пройти игру для детей. Слабый лысый черт. Я ее пройду, и потом Трич на следующий день рождения будет делать нарезку победы вот этой игры. Запомни мои слова. Все, Трич, иди нахуй. Я сказал. Все, заткнись. Ай, блядь, мама. Сука. Дед, с прошедшей операцией. Скажи, пожалуйста, и закрой извечный спор зиблов. Это была 31 операция. Спасибо, или 34? Тиньков. Спасибо. Это была 27-я, братишка, по счету операции. 27. Как-то раз бутылку вижу у магаза винного, пригляделся, а на ней сидит фанат купленного. Ха-ха, в натуре, вот это правдивые вещи говорит пацан. Да-да, тихо. А то есть я вне потока ее пройду, мне никто не поверит, блин. Да ты ее не пройдешь, что так, выйди, пожалуйста, заебал, иди кубики собирай лучше, дебил. Я понял. Давай быстро. Не, походу надо раскрутить, просто там что-то выпало. Сломалось. Да иди нахуй! О, боже! Шанка! Ладно, пасик, я сегодня ненадолго, да. Следующий поток, будем играть нормальные игры. Сегодня я просто пришел к вам, потому что соскучился узнать, как ваши дела вообще, как вы себя вели здесь без меня. Все, до встречи. Всего вам доброго. Сегодня демо-трансляция. Пока-пока, целую, мои хорошие. Давай, каблучара ебаная, иди, давай. Это скоро там днюшечка в одной пизде, блядь. Давай, обслуга, иди, блядь.